Привет, с вами Игорь на канале Homemade, и сегодня мы посмотрим, как можно переделать тестер так, чтобы он не отключался автоматически. То есть, если мы его включим, он через некоторое время автоматически выключится. Смотрим на схему. Вот наша схема, и справа вверху есть часть, которая отвечает за таймер. Нам нужно вот этот транзистор соединить, коллектор и эмиттер, чтобы отключить таймер выключения. Итак, переходим к нашей схеме. Вот наш тестер уже разобранный. И нам нужно здесь соединить вот эти два вывода. Это наши коллектор и эмиттер. Итак, будем сейчас паять. Итак, припаяли. Вот мы видим, так, где резкость. Вот мы видим, соединены эти две детали, точнее ряд два контакта. Ну и теперь можно спокойно собирать и проверять. Так, наш тестер собран. И теперь, если мы его включим, то теперь, сколько бы он ни работал, он не будет автоматически отключаться. Если вам нужна такая доработка, пожалуйста, это очень легко сделать. Всем пока!